Мечта любого малыша – поводить хоровод возле новогодней зеленой красавицы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. В преддверии Нового года для юных славянцев во дворах города прошли традиционные музыкально-развлекательные программы «Елка нашего двора». Для детворы это настоящая сказка, поучаствовать в которой может каждый. Достаточно одеться теплее и выйти из дома. Старый год вышел на финишную прямую. Наступила самая радостная для детворы пора – каникулы. Вместе с конфетти, подарками, мишурой, мандаринами и, конечно, Дедом Морозом со Снегурочкой. В минувшие выходные вокруг елки во дворе многоквартирного дома по улице Батарейной 381 собралось много юных славянцев. На улице холодно, но, однако, у нас такие подвижные игры, и где-то час-полтора часа дети бегают вокруг елки, участвуют в конкурсах, викторинах, отгадывают загадки, рассказывают стихи Деду Морозу, и, конечно же, получают подарки за это. Специалисты городского дома культуры совместно со специалистами администрации города Славянска на Кубани подготовили развлекательную программу «Елка нашего двора». Главные герои праздника, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Они весело кружили хоровод с детворой и устраивали им различные конкурсы. Большие! Большие! Маленькие! Маленькие! Большие! Среди участников развлекательной программы Дарья Полупанова. Она с удовольствием участвует в этом празднике не первый год. Я очень рада, что такое проводят у нас в городке. Но это весело, это прикольно, это классно. Такая же развлекательная программа прошла для юных жителей дома по улице Краснодарской 113 и Батарейной 371/1. Во время таких новогодних мероприятий у ребят есть возможность окунуться в волшебный мир предстоящего праздника и получить массу впечатлений. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».